Узбекистан и Турция. Страны, которых, несмотря на тысячи километров, тесно связывает близость языков и духовных ценностей, самобытная культура и богатая история. Это заложено в основе дружеских отношений между нашими народами. Примечательно то, что в своем плотном графике главы двух государств каждый раз уделяют отдельное внимание посещению достопримечательностей Узбекистана. В этот день невероятная атмосфера царила уже с аэропорта Ургенча, где Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с супругой, встретил президент Шавкат Мирзиёев с супругой. Собравшиеся приветствовали дружбу между нашими народами. В ходе нынешней поездки на маршруте лидеров двух стран город Хива, который является центром образования, науки и культуры и служит колыбелью цивилизации на протяжении тысячелетий. А комплекс Ичан-Кала, куда прибыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принято называть жемчужиной Хорезма и главным сокровищем Хивы. Уже при входе у гостей высокие стены, укрепленные полукруглыми башнями, уникальная архитектура, элементы национальных костюмов и танцев вызывают большой восторг. Здесь развернулась целая картина, передающая уникальность нашей истории, красоту национальных ценностей, что подарило неизгладимое впечатление представителям турецкой делегации. Как отмечалось, здание Ичан-Калы имеет неповторимый вид как снаружи, так и внутри. При концентрации архитектурных памятников на квадратный метр центр Хивы не имеет себе равных в Центральной Азии. Высокому гостю рассказали об истории этого места, проводимой работе по развитию туризма в комплексе, о принимаемых мерах по сохранению наследия, доведению навыков ремесленничества до следующих поколений. Был отмечен и тот факт, что предпринимателей, наладивших деятельность в профильной отрасли, в последние годы стало гораздо больше. Увеличилось количество школ-мастерских, появились реставрационные школы. В Ичан-Кале сохранились самобытные архитектурные традиции нашего народа. Это место является отражением образа жизни, ремесленничества, культуры и искусства наших предков. Эти мысли нашли отражение и в словах высокого гостя. Красота, неповторимость, уникальность – именно так можно писать один из древнейших комплексов Узбекистана – Ичан-Кала, куда стремятся туристы со всего мира. И, как подчеркивает наш президент в ходе каждого посещения, и сегодня, кстати, не исключение, каждый кирпич, каждый узор таит в себе глубокую историю, глубокий смысл. И поэтому нужно уделять должное внимание вопросам сохранения богатого культурного наследия Узбекистана, в результате чего интерес мирового сообщества в изучении нашей истории растет из года в год. Во время прогулки по исторической местности, в котором всегда много туристов, лидеры двух стран искренне беседовали о значимости культурных ценностей, общности наших народов, укреплении отношений между Узбекистаном и Турцией. Огромное впечатление на турецких гостей произвели национальные танцы, песни, в частности, инсценировки, посвященные творческой биографии великих личностей. Эта местность, а также проводимые работы по сохранению наследия были высоко оценены руководителем Турции. Не случайно Хива, имеющая более чем 2500-летнюю историю, включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А в 2020 году международная организация Тюрксой объявила Хиву культурной столицей тюркского мира. Один за другим представили перед гостями яркие исторические адреса – Западные ворота, Минарет Кальтаминар, Старая цитадель Куня-Арки и Медресе, Ремесленные мастерские, посещены мавзолей Пахлаван Махмуда и Пятничная мечеть. В священных стенах прозвучала молитва во благо мира и дружбы, процветание двух братских народов. Таким запомнился второй день официального визита президента Турции в нашу страну.